Я заметила, что ты притворяешься, что мастурбируешь. Может, ты хочешь об этом поговорить? Жаль, моя мама не гуру секса. Неприятные ощущения в мошонке. Может, расскажете, когда это началось? Поверь, не жаль. Это новые рубежи, мой сексуально подавленный друг. Наш шанс подняться в социальной иерархии. Ты меня беспокоишь. Все либо думают про то, чтобы перепихнуться, либо скоро перепихнуться, либо уже трахаются. Ученикам этой школы нужна твоя помощь, а нам нужны их деньги. Я буду заниматься бизнес-стороной вопроса, а ты терапией. Терапия? Да, секс-терапия. Как твоя мама. Сексолог. Это будет круто. Ты сможешь стать популярным. Похоже, я втюрился в мейф. У меня зависимость от мастурбации. У меня полно волос на лобке. Хотел бы я быть нормальным ребенком и с нормальным отцом. С нормальным членом. Приготовься к двум лучшим годам своей жизни. Дам вам презервативы. Нет, спасибо. Не лезь в мою жизнь. Каким человеком ты хочешь стать? А каким бы ты хотел меня видеть? Вечеринка! Ты не можешь выбирать, кому тебя влечет. Нельзя спроектировать отношения. Ты тот, кто ты есть. Не позволяем отнять это у тебя. Мне кажется странным, что подросток стал сексологом.